Допомога для великой семьи. Летось у Гомельской области было зарегистрировано амаль 19 тысяч шматдетных семьев. Это прикладно на 1000 больше, чем в 2019-м. Добрая статистика не здивляє. У Беларуси шмат зроблено для поддержки таких батьков. Есть семейный капитал, свободный от працы день у тыдень, допомога при подрыхтовце детей до школы. У одной из гомельских семей, где растут пятеро детей, побывала Марина Северьянова. Марьяна только прочнулась и с осторожностью разглядая видеокамеру, а потом хавается от гостей у мати на руках. Глядячи на пригожую деловую Марину, складана поверить, что она народила пятерых детей. Уся справа признается шмадетная мати у правильном размерковании обовязков, а еще во упевненности у подтримцы державы. Государство дало очень много, ну, по крайней мере, нашей семье. У нас прекрасная четырехкомнатная квартира, новая, просторная, шикарная просто. Теперь у нас есть еще участок, на котором будет возводиться дом, опять же, за средства государства, ну, то есть там частично. Планируем. Это тоже. Планируем, да. Мы можем дать детям образование. Что тычется махчимости дать детям добрую адукацию, то размова об семейном капитале. На его безродного отримали право после народжения четвертого дитяти. И вельми своечасово, радуется Марина. Семейный капитал мы получили в 2015 году, после рождения четвертого ребенка, Яна. На то время семейным капиталом можно было воспользоваться заблаговременно лишь на медицинские цели. Спасибо большое управлению нашего государства, что они все-таки разрешили пользоваться им и на другие цели. Можно воспользоваться на обучение и на строительство жилья. Ну, в случае, если мы нуждаемся. Мы нуждаемся. В обучении, в оплате за обучение мы тоже нуждаемся, потому что у нас сейчас обучается сын старше, на платном он, и это очень своевременно, очень своевременно. У Гомельской области право на дотерминовое отримание семейного капитала предоставлено амаль 4000 семьям. 90% скористались такой махчимостью, как полепшить жилевые умовы. Остатние накировали сродки на отримание медицинских послуг и адукацию. Великий репортаж о подтримце держава великих семей углядите у программе «Новины тыдня» у неделю на Беларусь-4. Перший эфир у 16 годин. Марина Северьянова, Сергей Камков, телерадиокомпания Гомель.